Всем доброе утро. Я сегодня почти полутоплес. Приготовили завтрак. Вот у нас сегодня яишенка, соловечки, кофе свежеваренный. Чьи-то очки тут лежат. Алина, это твои очки лежат? Лежат мухи-цикатухи. Вот, будем, короче, сейчас... надо еще порезать сыра, колбаски. И будем кушать. Всем приятного аппетита. Мы пошли гулять. Здесь так красиво все в цветах. У Европы. Что-то красят. А, вон красят заборы, пахнет. Сейчас, выходим. Карета. Фу. Да, карета. Здесь маму здесь тоже сфоткаю. Маму здесь фотографирую. Авелина у нас уже уснула. В парк собрались идти. Пришли в парк, а тут косят траву. Такой шум. Хоть бы дочь не проснулась. Очень громко. Вот давайте, давайте, подождите, сейчас мы пройдем, потом будете косить. Подождите, передохните. Блин, в такую жару в город вообще неохота. Охота к воде, желательно к морю. Хочу на море, ною. Хочу на Средиземное море. Там такая теплынь, из воды хоть не вылазь. Вообще, а в городе сегодня жарко у нас. Сейчас зашли, купили воды попить. Ой, вообще жарище просто какая-то. Еще год не попадем. Я ною, что мы в Турцию еще год не попадем. Очкарики, но. Маленькая лялечка. Как у нас маленькая лялечка. Кожа ходит. Дошли до храма. Решила маму завести сюда. Она здесь ни разу не была. Посмотреть Иерусалимский храм. Сейчас пойдем. Правда, у нас нет платков. И я в шортах, но мы сейчас попросим платочки. Все, мы вышли. Коля взяла тоже святой воды. Сейчас дадим. Сидит на солнышке. Хорошо ему будет. Это тебе святая вода. Пошли в сторону дома. Плиточку. Танька спит. Фу, сейчас по тенечку пойдем, хорошо будет. Жаришка. Так, мы зашли тут с мамой в магазин. Мне нужно купить пенку для умывания. Вот смотрю, есть всякие маленькие. Вот, ну это гель. Пенка. Вот, кстати, чистая линия есть, прям маленькая такая. Так. Пенок, кстати, мало. Вот какой-то гель пенка, чистая линия, органик. 160 миллилитров. Что-то мне кажется, это мало. А есть еще повыше вот гели. Я прям хотела пенку-пенку. Как-то мне мама дарила пенку, она была вообще прям классная. Она была от Avon. Это все долго там пока заказать, пока искать. А Garnier вообще мне не пошел. У меня вот такой типа был. У меня от него вообще красные пятна, раздражение. Вот, так что мне надо что-нибудь помягче найти. Буду искать. Так, ну что я купила? В общем, я выбрала вот такой лосьон. Это от прыщей. Ну, знаете, там, когда кожу почистишь потом, чтобы обработать. И вот такую все-таки пенку взяла для умывания. Маленькие бутылечки, хочу попробовать. Если пойдет, можно будет потом большие взять. И пасту.
закончилось. Купили. Сейчас будем кушать. Мама уже приготовила нам на стол курочка с картошкой и овощи. Все, Коля поехал постригаться, так что мы кушать будем. Приятного аппетита. Варюша! Варюша с нами. Ищу, за что ее зацепить постоянно, какую-то одежду ей. Так, мы вообще пойдем направо? В ту сторону? Дидя! Какую туда? Направо пойдем. Да, пойдем направо. Теперь ты можешь полноценно сказать, что ты на собачьей тетрадке попала. Ой, здорово! Да, скажи, мой пони. Да. Вперед, мой пони. Доча ведет за поводок Варюху. Сидит в коляске. Варька впереди. Фух, хорошо вечером, можно дышать. В тени. Да, в тени. Можно дышать вообще прям это. Нормально так. Днем жарко. Сейчас хорошо. Что-то мы хотели куда-нибудь ездить, пообедать. В итоге покушали все дома. Сейчас думали насчет ужина. Ну, что-то уже наелись. И вряд ли, наверное, куда-то пойдем. Ты ею занимайся, а я ей буду варить. А что, она-то сидит? Варюха! Вот это мода, не то что мы. Все в красном, все в тему. А мы? Это что такое у тебя на ногах? Еще и собака в коляске сидит. Вот так. Так, переходим сейчас дорожку. Да не здесь, там пойдем. Ну там, но. А, не здесь, ну да. Да, все правильно. Здесь там. Потом мы. Да, здесь будем переходить. Это, конечно, вообще колхоз по сравнению. Ты вообще, ты смотри, что это у тебя на ногах вообще? Еще и Варюха тут. Сиди, сиди. Раз не хочешь с поводком бежать, сиди здесь. Гуляй в коляске. Слушайте, прям как год назад, да, она гуляла так? Да. Сиди. Забежала распечатать фотографию. Фотосалон ЧИС. Не знаю, мы тут набрели на грузинский хлеб. Тут, как всегда, много всяких вкусняш. Даже не знаю, горник, лепешечки. Вот это что-то интересное. Жульены. А это что? Ой, не знаю, что-то прям такое большущее. Пирог на какой-то. Они, может, режут его на вес. Жульен, курица, грибы, овощи. Хачапури по-аджарски. Как хорошо, когда есть мама, которая просто все приготовила. Ужин. Щи легкие, о которых давно мечтала. Будем кушать.